Что вы думаете об Абрамовиче? Абрамович, если бы он не был другом Путина, можно было, конечно. Меня удивляет другое, как можно человек, который нажился на нашем общем состоянии российском, и государство у него выкупает это наше общее состояние. «Газпром» же государственная компания, у него за 17 миллиардов купила его на «Севнефть». Ну, просто экспроприировать. Оставить ему там, чтобы он, как говорится, обеспечить ему детей и так далее. Как давно вы знаете? Потому что нет ни одного подобного состояния, которое однажды честным путем. Ну, он друг первого лица. Татьяна и так далее.